Пресс-служба межмуниципального управления МВД России Одинцовская сообщает о задержании одинцовскими полицейскими ранее судимого 37-летнего жителя Нарфоминска, подозреваемого в мошенничестве. Установлено, что в мае злоумышленник, используя фиктивное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, предложил своей знакомой помощь в виде воздействия на ход следственного процесса по факту ранее совершенной у нее кражи. За свои услуги мужчина потребовал передать ему деньги и личные вещи, которые затем сдал в ломбарды Москвы и скрылся. Материальный ущерб от аферы составил около 2 миллионов рублей. Ситуацию новостям прокомментировала сотрудник пресс-службы Одинцовского управления полиции Елена Ожерельева. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска правонарушитель установлен и задержан в городе Москве. При личном досмотре полицейские у него изъяли сувенирное удостоверение сотрудника правоохранительных органов и залоговую документацию из различных ломбардов города Москвы. На момент задержания все вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды. В отношении задержанного следствием управления межмуниципального управления МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусмотрена максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемому избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. У полицейских есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен и к другим аналогичным преступлениям. Всем, кто пострадал от его действий, необходимо обратиться в полицию по телефону 8 495 593 1062 или 02.